Здравствуйте, друзья! В этом видео я сделаю чесночный трактант, он же активатор клёва, из простых и доступных компонентов. Это именно простой вариант, а не аналогичный вариант, который продается в магазине за бешеные деньги. Но и этот вариант нисколько ему не уступает. Единственная разница только в компонентах. С одними компонентами данный активатор клёва хранится чуть дольше. Но и также есть другая несущественная разница. Каждый выберет для себя самостоятельно, какой аттрактант ему нужен из простых компонентов, либо же из сложных. И сам протестирует на своей рыбалке, что больше и лучше ему подходит. Когда я готовлю данный вариант для своей рыбалки, я делаю максимально просто. Целая головка чеснока. Самое главное убрать корень, он твердый и он здесь нежелателен. Но если это делать в мощном блендере, либо же в мощной мясорубке, то и он разобьется в пыль и также прекрасно будет чувствовать себя в этом аттрактанте. Далее 100 мл кукурузного сиропа, либо сахарного сиропа. И 60 мл спирта. Чесночный аттрактант, он же активатор клёва, готов. Самая лучшая добавка в прикормку по весне. Когда вода еще холодная, очень хорошо работают добавки на спирту. Благодаря спирту запахи лучше всего раскрываются в воде и лучше привлекают рыбу. Для перфекционистов, конечно же, можно аттрактант процедить, но это делать не обязательно. Каких-то выраженных плюсов и более лучшего клёва это не даст. Добавка хороша именно так, как я ее приготовил в данном видео. Рецептов приготовления чесночного активатора клёва у меня очень много. По меньшей мере, более 10 вариантов. Все они друг от друга отличаются, и все они работают по-разному.